Как там, потерянное дупло в крепости будет. Вместо него ловко посмотрим. Я не знаю, космос, спрашивай у них, я не запоминаю, кому чё надо. Меня он до настолько что-то заебало. Давайте активнее, хватит, блядь, кота за яйца тянуть. Кто еще не досимонили? Бэдвол. Я сманул, Паш. Шерлок, проснись. А. Слав, Агри. Поехали. Там разве не было легкого друга начисления? Уже был в пати. Там, Долоранская. А точно. Блять, а Паша, я тоже, что ли, Флоранск? Нет, Паша успел зайти. Сейчас тебе скажу. Ты уже начислял уже, да? Угу. У меня все нормально тогда. Я по жирлоку смеряю свои ЕП. Чарлис, когда-нибудь этот нахрудник все же выпилит? Луки, найди меня. Банка, ты же на Этель. Ты же мог скинуть. Не сбросилась. Не сработал. Уреснете его, господи. Проблема. Героический суицид. Так, космос походу говорил, лугается. Алис, поставишь на тур? Так. Давайте продолжим нашу веселую развлекуху, Аляр в танка. У нас еще и Финмас в танке. А, ну не, Финмас в танке — это опасно. Это ж весело, это ультра-челлендж, блять, не бить сразу адов будет. То есть весь бой вообще не бить? Не, ну там... Опять же, паладин, нормально все будет. Так, а где розовая штука?
Алиард поссать отошел. Ну, хочу пошел ему помочь, говоришь? Помочь, да? Марин, тыкни шкаф, пожалуйста. А реально ты 5. Ассист. Денис, в танк успехайся. Так. Блять, что-то я прямо там не знаю, куда его лучше поставить. Давай воид на мобах, аляр на боссе. Конечно, страшно что-то, но ладно. Как ты говоришь, будет весело. Арча на пол. Кто на боссе? Алиар. Поехали. Их под. Ну, блядь, уже обосрался. Еще даже бить не начал. Денис, это не герой, это попола что-то пулится. Переводи. Стопнули. Специально макросом полковал, чтобы не видно было. Не через ДБМ. Переводим. Стопнули. Перевод.
переводи. Или упали. Я как чувствовал. Что ты чувствовал? Там скоробейка. Что, заебись ты, Паша? Не заебись. Ну, если оно никому не нужно, можешь быстро перезайти. У меня нет удочки на паладине, если что. Ловите. Я так не нравится твой паладин с 45-м манускриптом. Т5 сначала распакую, потом куплю нормальный. Это, кстати, топовый манускрипт того. Тапки по-хорошему тоже надо было кольчужные забрать. Надо будет, вернее. А это все в РС-е. Пояс, запы, ботинки, плащ. Не, ну до РС еще лицо треснет. Еще никто 70. Не бачит. 77-й. Манускрипт ЗОД топовый. 264. Не, 45-й лучше. Босс сам автоматом запускается. Да, и рыба выловится. СПД больше дает.
Спальник. Это как? Это называется кибалом, скап текстуры улетел. Поплавал в воде. Да. Также и петлю сейчас, скорее всего. Нырнули. Еще один вагон. Вы ачивку что ли делаете? Нафиг вам столько этих? Было бы неплохо и всех свести, Аляр. Он в героев упаситель. Ощущаешь полезность роги, которая полирует лицом пол? Конечно. Он дал тиксы вначале. Только вот в кого? Не, ну Кокича можно понять, он что, первый раз он до этого не видел, как здесь люди в текстах умирают. Он не от водомета умер в текстах, просто провалился. Так он от откидывания умер. Там откидывают в любом случае в тексты. Разве? Да. Да может простым откидыванием уебать в тексты. Если ты плаваешь вот между этой ебаной доской и боссом. Ни разу такого не было. Не видел я имею в виду ни разу. Может было. Андрес так пару раз склеился, точно помню. Нырнули. Ух, хитрый вар. Добьем 4 лям. Сука. Кстати, ботинки. Угу. Ну, кольцо, как говорили, никому не нужно. Розовая штука успела перезайти на мага, поэтому розовая штука счастливая. Так, а чё ботинки? Ботинки тоже никому, получается, не нужны. У шаманов есть? Хер ты их.
Не сейчас. Так, все, на какого босса мне еще паладином заходить? Ну смотри, что там осталось. Там остался слепец сейчас. Наверное, оставайся с ним. Руки, ноги. И что слайд? Голова. Ноги мне не нужны. Руки, ну, либо голова. Ну руки, сейчас оставайся за руками, потом перезайдешь на дерево. Окей. Так, а по Крестовским что у нас? По Идовским банку. Номи, ну нужны штаны. Мне получается голова. Перчи вроде никому не нужны. Блять. Не открыл посмотрел. Я хотел Ваню похвалить, что он не умер, но он и не бил. Слишком далеко. Макроса похвалил. Беги, там большой еще. Пиздец. Так, перчи. Саш, тебе на расслабься нужны перчатки? Ядовитые. Космо, хочешь кота? Ёбаный рот. Секстант. Ёб! Ну, не знаю, он по ЕПКП все равно будет рубиться. Товарищ Эляр, диван есть? Еще не вайп собрали, да. Я бы на сову свою забрал секстант. Окей, понятно. Как тут встать, сука? Полезь. А что, на слегка идёт туда? Ага. Стрелечку чекал? Нет, верно. А мне нужен Маргрим и этот, как у меня второй, Каратра. Хорошо. После слепца присылал. Угу. Еще по секстант, лучники есть секстант, Маринка не будет забирать, Мурлока есть у Финмоса. Финмос нет. Финмос нет. Вот, Настя, тебе и топ-спек. Финмос, ты будешь секстант забирать? Да, если будет. Ну вот и решили.
пей что-нибудь, шаман. За Элуну! Вперед! Шустый. Это шаманы что-то не резают ману, хер знает. Это на минус. Нормально. Там поставить. Красиво? Красиво танкует, да. Ну, еще один минус. Мы хонор фармим? Да есть тут хонор. По-моему, это был чардж в мобах, и он оказался у них за спиной и развернул их всех. Тупо всех миликов нахуй. А сколько осколков есть сейчас? Короче, недели три еще, да? Где жирлок? Даже, наверное, больше. Недели четыре. Спасибо. Велириныч. Thank you.
Кинмас, а ты отсюда чего хочешь, пояс? Да. А если выбор забрать перчатки на рестор друида или забрать пояс? Я пока не могу использовать... Выбирай перчатки. Не понял. Друида, что ли? А? Паладиновский токен с шаманом. Чё паладиновский с шаманом? Ну, ты же ему предлагаешь на шамана полутать. Я ему на друида предлагаю полутать токен. На рестор друида, блять. На рестор с обзором от руля. Ну решай, Паша. А чё, зачем мне токен на друиде? Не нужен, я тебя понял. Ну, паролем, проблем. Так, блядь, ты тогда либо на пале, либо на друиде, не тупи. Сейчас паролить. Сейчас ходи на друида, Паша. Руки. Кстати, вперёд. Вариант, давай мы паролим, кто будет забирать. И да. Или я на друида, или он. Давай, 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 рольте. О, я походу на друида. Хорош. Да, все, давай, Лёва, перезаходи. Да не переживай, он не упадет в сердце. Бля, шо? Как долго перезаходит. Вышел, вышел. Ловите, пидораса. Не сбежал, как раз банка перезайдет. Чего сом, Тима, ты же говорил, ты слепец не нужен. А вы еще только на него, а чего ролик стоит? Да. А сорян, тогда я думал, убили уже. Нет. Иди обратно в дупло. Его белки сбежали, он теперь это грустит. Да я дезерто досмотрю, я не грущу. Будьте здоровы. Сборище свиней. 2020 год среди зерто. Тыкнуть. Ярче на пол. Сники, пека. Да, сники. Есть. Начинаем. Yeah.
срочно бутать могут там деньги. Смотри, Кать, каким-то чудом у тебя конь умер на этот раз. Значит, прошлый рог пошел на пользу, это хорошо. Можно ебучие боссы перестанут ебуче парировать спиной, блять? Нет. На ебучем Сирусе. Ты же эфир медведем жопой поймал? Ну там, скорее всего, камеры довели. Ну а тут пиздец. Это кумали. У нас с тобой этого... Желательно, чтобы копия висела не на том же человеке, на котором висит слепец. Там какой-то баг или еще, смотри, кто знает. Ну, нормально, это баг называется, тебе отойти подальше, чтобы он залосить. Ну да, лут говна. Надо было на шамана идти, как раз запы. Пиха, топовые запы у тебя уже есть? Много желающих. Да нет, мне просто чтобы не искать попать и не ебаться. Пинга, значит, удал раневый. Как раз дупло при самоне. Драка за шею. Говорю, драка за танковскую шею, которая не падает. Таунки с панафина все пойдут больше проверим. Паша, пошли. Прогуляемся. Куда я? Я вдали. Тогда плюс один хил нужен, пусть идет. Ну ладно. Сейчас я зайду момент до распечата. И фильм у нас перезаходит на сову. Стокаемся, ждем, пока перезайдет, присмоним дупло. После этого, да. Хуёвый, да? Да. Второй идет. Да, и второй идет.
второго отведи подальше, пусть медики. Блять, еще и третий идет, на пизда, короче. Если там два заразных, нам пиздец. Я надеюсь, что он там один. Два заразных. Два заразных. Нет, пока заразных. А дебаф откуда? Нет заразных. На первом. Ох, блядь, и сова. Отверните, куда вы еще и в рейд их повернули? Блядь, меня не хилит нихуя, блядь. Че ты орешь? Заливайте, Гера висит, все хорошо. Лешники могут подойти, они стоят бить ебланить мурлок тоже с филерином. Я тут, но я не присуманил. Что-то понятно, там он такой, я сейчас народу стоит ПК, блядь. Когда заразного давно убили. Мы боимся заразить. Сидим дома. Я сейчас вылечу вашу боязнь. Универсальным лекарством. Не агри, не агри. Разрезывайте рейд. Поставьте шкаф при самонике дупло, Финмас, перезаходи. Бой висит. Он идет. Паша. Уйдите, уйдите, Паша. Я в комнате выше пока покопаю этот. Видюшах позалипаю. Хорошо, Тим. Нельзя было не агрить, блядь, да? Там рука, блядь. Все, Паш, получается, напала только голова нужна? Нет. Груда, голова. У меня только два куска. Ну, уже а, распечатаны, ну, даже. Груда, вообще. Все. Сейчас вот как раз
После рейда Мурлока напрягу, он мне камни сделает. Я сразу заполируюсь. Все, можно пулять там? Верни меня в рейд. Ты так как бы в рейде. А, да. Ребаф на ходу даем, милики съебались нахуй. РДД с ренджой ставим. Все, погнали дальше бить. Подходим, товарищ милишники. Космос, зачем за штанами? На Колоковске никому не нужно, что ли? Значит, можно. Прежде чистим, потом перепрыгнешь. Погнали дальше. Достопочтенная сова, шевелите маленькими короткими ножками. Я застрял, я застрял. Где? Давайте, чем мы стоим, ждем, блять. С другой стороны трэш. Пошли. Да бежит не маленький. Варовские дары. Дима, ты уверен, что это вообще вступило в силу? Да, 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 уже 16 секунд висит. Ты просто так и распорол? Ну, типа того. А какой ты символ тестил? А я менял кровопускание на этот... На удар героя, потому что думал, что он может просить мне, ну, может, ДПС секунд кровопускание висит.
плане, чтобы ротацию лучше впитывалось, но нихуя. И что, оставил до того? Оно получается на столбе оно профитнее, но в рейде оно не профитнее получилось. Нет, я сейчас вернул на кровопускание. А, ну да, все правильно. Норм тема. Так. Продолжаем наше развлечение. Что за комбат? Сударь Алиар спекается в танка.